гигабайта, случайно забрел в интернет-магазин и увидел память достаточно дешевую на 64 гигабайта. То есть, ну и в двух исполнениях, то есть стандартной карточки SDX, ну и также стандартной в виде карточки microSDX, ну, как тут нарисовано для телефона и для фотокамеры. Ну, я брал для своей фотокамеры, так как мегапикселей много, соответственно, занимает места будет много. Ну, для вот второго варианта, то есть когда карточка microSDX C, то есть у меня есть адаптер от 32 гигабайта, тоже который в телефоне установлен. То есть этот адаптер подойдет к той же самой фирме, к этой карточке, и благополучно разместится в слоте камеры фотоаппарата. Так, ну скрывать я уже не буду. То есть здесь стандартно. Лет. Ну, проверим. Если что, есть всегда возможность сдать раз в 102 месяца гарантии.